В рамках комплексного благоустройства осуществляется ремонт асфальтового покрытия всей дворовой территории, расширение парковки, разметка парковки, полностью замена детской площадки, так как она была без основания, просто обычной на песке, и также старая была. Плюс еще осуществляется замена тротуарно-плиточного покрытия рядом с детской площадкой, и будет строиться новая зона из модульной резины для более активного развлечения детей. Также по просьбе жителей просьба была сохранить все зеленые насаждения остающиеся. Будет осуществлена небольшая подрезка с территории. После установки модульной резины будет осуществлено резиновое покрытие на детской площадке, установлены мафы, дополнительное освещение. Также будет установлена новая контейнерная площадка на въезде в дворовую территорию. Плюс произведена разметка. Площадочка маленькая, поэтому даже по просьбе жителей они просили не заострять внимание на установке большого количества маф и попросили сминимизировать. Будет немного мафов. Тут получается спортивный комплекс, качель, гнездо. Плюс небольшая будет лазилка и, по-моему, балансир, если мне память не изменяет. Сроки проведения работ будут завершены раньше срока, до июля месяца. В остальном все вроде идем по плану. По ремонту проездов порядка 2000 квадратных метров асфальта уложили. Замена бортовых камней 636 погонных метров. Плюс ремонт тротуаров вокруг домов, это 896,5 квадратных метров. Устройство резинового покрытия на площадке, на которой мы стоим, это здесь 213, где-то примерно 215 метров. И устройство покрытия из тротуарной плитки, которое мы поменяли, это 366 квадратных метров. Изначально комплексное благоустройство проходит по президентской программе формирования комфортной городской среды. Все остальные программы спускаются ниже, и, соответственно, по программе комплексного благоустройства мы уже в рамках муниципальной программы выполняем данные виды благоустройства.